Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов. Давно не было рубрики «Пою авторские песни в чат-рулетке», сейчас будем исправляться. Трек я выпускаю под ником Арслан. Если хотите послушать, можете найти абсолютно на любой музыкальной площадке, кайфануть и добавить к себе. Буду безумно благодарен. Ну а вы поставьте лайк, напишите любой комментарий, чтобы поддержать данное видео. И погнали. Привет. Привет. Тут концерты бесплатные. Да, ты любишь концерты? Да, я люблю музыку. А я зашел попеть свои песни, ну, людям показать, может, типа, заценят, добавить к себе где-нибудь там. Ну-ка, давай, сейчас чекать будем. Давай, погнали. Погнали. Лирику, да? Да. Грустную. Любишь такое? Как мы... Да, вот сопли мира. Да, это да, ко да, мне. Да. Россия для грустных. Для депрессивных, согласна. Да, погнали. Не навсегда была твоя любовь, и все твои слова пустая ложь. Я больше не хочу смотреть в твои глаза и вдарить по газам, все не вернуть назад. Я больше не хочу вдыхать твой аромат, когда срываю платье с тебя, будто психопат. Не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Не навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь. Нет, рожь. Вопрос первый. Песня давай. На реальных событиях? Конечно. Все, значит, грустная. Да, между прочим. Как ты, как найти это произведение искусства? Что, понравилось, что ли? Допустим, да. Произведение искусства? Ну, любое творение — это искусство. Ну, даже да. Soda Love? Даже Soda Love. А ты откуда сама? Я из Йошкар-Олы. Нифига себе, близко. А так ты... близко я еще не подбирался. Так, давай, дай угадать. Чеба Казань. Да, Казань. Класс. Я на свой день рождения туда поеду. Привет. Привет. Нормально слышно? Да. Ну и слава богу. Зацените мой новый трек, я песни пишу. Здесь давай. Пытаюсь людям петь. Давай. Только строго не судите. Песня еще не вышла, кстати. Я ее только-только вот дописал вчера. Нам 18, и все впереди. На крыше тусовки, где встретим мы рассвет, забыв интернет, признание в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Если будут искать, и мне говори, где мы потерялись одни. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что таешь в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Вот. Круто! Че, если выйдет, добавите к себе? Да. Конечно, вау. Хочу ее назвать, типа, где моя юность... А, нет, да, где моя юность называется. Вау, круто. Круто. Да? Вы такую музыку слушаете или более веселую? Да, ну, да. Нормально. Удачи вам. Спасибо. В ТикТоке-то сидите? Да. Снимаете что-нибудь? Нет. Как думаете, на этот трек что-нибудь вирусное можно запустить? Да, наверное. Чтобы да. Челлендж там начали снимать все? Да, можно. Да. Ну, фотографии вставить, как будто калаши исполнить свою свою. Кстати, тема. Девчонка хочет научиться играть на гитаре, как ей в этом не помочь? Я думаю, и среди вас тоже есть желающие, так с чего же начать? Во-первых, вы можете пройти мои видеокурсы по гитаре и вокалу, которые находятся в описании под видео, просто смотреть их на вашем компьютере.
Но есть более простой способ, самый легкий, это скачать приложение Тимбро на ваш телефон и заниматься вообще где угодно, где удобно. Ничего выдумывать не нужно, просто повторяйте все упражнения, которые даются здесь, от самого легкого к сложному. Разучивайте аккорды, мелодии, песенки на гитаре и уже потихоньку начинаете осваивать данный инструмент. Новая ачивка. Ссылочку на приложение оставлю в описании под видео. Обязательно попробуйте. Ну а мы продолжаем. Привет. Здорово. Как делишки? Нормально. Отдыхаете? Да. Хай-ухай. Что делаешь? Я? Да. Нет, я. Я пою немножко. Свои спой. Песни, между прочим. Ну, спой для нас, мы послушаем. Ну, смотри, для поднятия настроения есть один трек, не такой грустный. Ну, давай, давай. Спою. Но он уже вышел, кстати, можешь потом найти, как ни крути называется. Когда тамбоном был тобой, но все позади. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. То, что мы с тобой не вместе, это правильно, наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Удалю твой номер, чтобы больше не звонить. Где бы ни был, не выкинуть из памяти. Все напоминает о тебе любовной трагедии. С алкоголем завязал, да и просто не хочу. Позвоню по пьяни и не скрою своих чувств. И что же нам с тобой делать? Уже другая девушка со мной в постели. Если честно, не запомнил, как зовут. Если смысл уйти, я уже не буду тут. Когда-то болен был там, но все пас. Я не вернусь, когда не будет хватать любви. Пусть все идет, как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Ну вообще прикольно, слушай, ты хорошо поешь вообще. Ну это моя, так сказать, работа. Хобби твоя, работа. Не хобби уже, да. Ты песенки, короче, пишешь, да, выпускаешь. Ну да, поэтому надо хорошо петь. Вот так сможешь ее найти, кстати. Прикольно. Вот, Даш, можно потом найти песню, как ни крути. Арслан. Арслан. Мы запомним. Точно? Да, прикольно, молодец. Ну, круто. Ну, давай. Ты сейчас прольешь на себя. Подожди. Грудью не шевели, когда пьешь, а то вылится точно. Прив. Прив. Привет. Как зовут? Джон. Джон? О, Джон. Я поменял имя, меня звали Арслан. Асланчик. Вань. Так приятно. Вань, его Асланчиком звали, наше любимое имя. А ты играешь на гитаре? Вот она полная. Да. А можешь сыграть Цоя? Да, нет. Чему именно Цоя? Не знаю, просто на гитаре он классно звучит очень. Угу. Ну давай. Лирику, если не сложно. Лирику? Лирику. Это же не а у Цоя есть лирик? Да. Вот это поворот. Ой, девчонка насмешила. А продолжение данной реакции смотрите в моем инстаграме Раиль Арсланов. Но не волнуйтесь на тот случай, если у вас нет инстаграма, просто переходите на мой второй канал Раиль Арсланов. Там я выложу данную реакцию. Поехали. Привет. Привет. Че стоишь, рыжая? А куда сесть? Я думал, какой-то подвох здесь есть. Сейчас что-то произойдет. Да, сейчас из пальто. Ты такой разговорчивый, все были неразговорчивые, ты разговорчивый. Ну а что тут делать, чат-рулет для этого и нужна, как бы? У тебя еще ничего не виснет, ты идеальный. Вау, а я еще и не запел, между прочим, еще. Давай, попробуй. Так, попробуй сейчас, да. Что петь будешь? Свою песню, можно? Давай, да, конечно. Вау. Так. Вот такое.
Это не объяснить, будто бы сон наяву. Ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться разбитым экипажем близ берегов Атлантиды. Зацепившись кормой, а твои скалы мысли, чтобы я мог повстречать тебя одну. И нас там возит лежит этот белый танец. Назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставить нечто большее, чем просто память. И нас с тобой закружит этот белый танец. Назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотни звезд, что будут с неба капать, оставить нечто большее, чем просто память. Вот. Блин, очень круто. Я обратно. Спасибо. Я буду сидеть детям. Девчонка как будто бы знала, что попадет в эфирчик. Ну, не в эфирчик, а видос. Ты как будто бы знала, что попадешь на канал и села как будто сниматься. У тебя какой канал? Кто? Хижина музыканта. Музыкальный канал. Как еще раз? Хижина музыканта. Блин, правда, было очень классно. Блин, реально очень круто. Спасибо. Но я так понял, вы не по рэпу, да? Рэп не очень любите. Ну, не, ну смотря как... Ну, вообще, смотря... Мне не очень понравилось, очень красивый голос. Музыку не слушаю. Да, нет, при этом, что смотря... Вот если песня сама классная по себе, то слушаем. А я тут просто песню написал, которая еще не вышла. В августе выйдет. Кстати, может быть, к твоему день рождения, кстати. Она называется «Где моя юность?». Я такой сижу, старичок, вспоминаю юность. А тебе сколько лет? 27? 7? 7. 26. Ну, почти. Ну да, Марика, меткая какая. Опыт. Смотри, могу тебе кусочек спалить, как в качестве эксклюзива только тебе. Давай. Чтобы ты потом в августе вспомнила что-то. Вот по радио будет звучать, ты такая, блин, точно. Слушай, мне же эта песня... Слушай, ты по радио звучишь? Не, ну кто знает, вдруг она зайдет. Давай. Не, я звучу только, знаешь, на радио такие... На белорусском радио и на крымском радио. Нам по 17, и все впереди. На крыше тусовки, где встретим мы рассвет. Забыв интернет, признание в любви, где горят фонари и прогулки до самой зари. Если будут искать, и мне говори, где мы потерялись одни. Эй, где моя юность, что грела надеждами так много лет? Ты моя юность, что таешь в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Так, ее я определенно буду ждать. Да? Понравилось? Да. Мне будешь каждый год переслушивать и такая, блин, мне уже не 17. Ой, ну да. Давай что-нибудь еще сыграем. Я послушаю. Ну ты мне назови любимого исполнителя. У меня Нирвана, The Man Who Sold The World. Знаешь песню? Дело в том, что я русский исполняю. Да, я сейчас скажу, ты смеяться будешь. Нет, не буду. Так. Ну я Цоя люблю, Муравейник, моя любимая песня. Муравейник? Да. Ну блин, давно не исполнял, можно попробовать вспомнить. Муравейник живет, кто-то лапу сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но
Если верить глазам и ушам еще несколько раз. Напишите в комментариях, какая песня вам понравилась больше всего. Найдите эту песню на любой музыкальной площадке и добавьте к себе. Этим вы очень сильно мне поможете в продвижении. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Это очень важно, а вам ничего сложного. Просто ткнуть и все. Увидимся, всем до скорых встреч, пока.